Если хочешь людям ты помочь и добрые дела кругом творить, готовься, что прогонят тебя прочь. Готовься на кресте распятым быть. И если правду матку ты несешь и истину пытаешься понять, готовься, что врагов себе найдешь. А вот друзей готовься потерять. А те, кого стремился ты спасать, снимая шоры, разгоняя миражи, тебя же попытаются распять, а после обвинят тебя во лжи. Но время все расставит по местам. У добродетели всегда один итог. Кто нес добро, добро получит сам. Кто зло несет, того накажет Бог.